Всем привет, ребят, с вами я, Диана, и в этом видосике я вам покажу самые крутые трейды, которые у меня совершились на лесные яйца. Но перед началом этого видео подписывайся на мой канал, ставь лайк, пиши любой комментарий, также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. Так, ребята, в первом трейде я за коровку предлагаю 7 яиц, давайте посмотрим, согласится ли человек. Пока что ничего нам он не пишет. Так, он пишет, что надо добавить 9 яиц. Но, ребята, за 9 яиц мне давали, получается, кенгурушку с добавочкой. Так, ребят, он, получается, я написала, чтобы он добавил, он мне отказался добавлять, поэтому я отказываюсь от этого предложения и буду искать дальше новые трейдики. Я пишу в чате, что я трейжу 9 яиц, давайте посмотрим, какой следующий трейдик нам прилетит дальше. Так, ребят, давайте будем ждать. Так, вот, нам прилетает следующий трейд, давайте посмотрим, что же тут нам хотят предложить. Так, давайте я быстренько поставлю 9 яиц, но это очень сложно быстренько все поставить. Так, я уже вижу, нам предлагают Neon Ride арктическую лису, ребят, Neon Ride, получается, вот это панда, и Ride новенький питомчик редкий или ультраредкий. Ну, ребят, слушайте, это прикольненький трейд, потому что у меня этой лисички нет. Так, получается, этот человечек мне убрал Neon Ride пандочку, я посмотрела в интернете, что дают за эту лисичку, там дают черепаху с добавочками, поэтому я буду соглашаться. А у меня не было никогда такой лисички, тем более неоновой, поэтому, ребят, я буду соглашаться, конечно, на этот трейд. Теперь, ребят, самое главное, чтобы он согласился на этот трейд. Так, ребят, все, он соглашается на этот трейд. Самое главное, чтобы он совершился и не пролетел. Так, ребят, все, трейд, ребят, состоялся. Ура, я очень рада этому трейду. Теперь давайте я вам покажу, каких питомчиков я получила за кадром. Получается, зайдем в нашу лицензию, я вам покажу, каких я питомцев получила. Я потрейдила немножко яиц, и давайте посмотрим, что же я получила. Ну, получается, вот этот трейд, который у нас состоялся, я оцениваю на 10 из 10. Это очень прекрасный трейд. В следующем трейде мне дали кенгурушку Райт и добавочку. Тоже оцениваю этот трейд на 10 из 10. Также в следующем трейде мне еще предлагали вот такого дракончика. Тоже оцениваю на 10 из 10, потому что он достаточно ценненький, а 3 яйца ничего не стоят. Также было куча вот таких вот трейдов, но я не стала их вставлять в видео, чтобы сделать как бы его немножко коротеньким и показать самое главное, что дают очень хороших питомцев за 9 яиц, если поискать. Также, ребята, напишите в комментариях, на что вы обменялись свои яйца, я обязательно это все прочитаю, я лайкаю абсолютно все комментарии, так что я все вижу, а кто пишет, что я ничего не вижу, я все вижу, ребят, так что пишите, я все обязательно пролайкаю. Также, ребята, кто еще не купил себе яиц, потому что у вас есть денежек, обязательно смотрите мой способ по заработку денег, там есть все способы, как можно заработать быстренько баксы, так что это все проверено, я им сама пользуюсь, поэтому, ребят, смотрите. Также, ребята, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что YouTube хотят на днях заблокировать, так что обязательно подпишитесь, ссылочка находится в описании и в закрепленном комментарии, я ее тоже оставлю. Это очень важно, потому что YouTube заблокирует, мы с вами расстанемся, и вы не будете узнавать шикарные новости про наше обновление. Кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, пишите любой комментарий, также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. Всем пока!